Эпицентр дружелюбия, трепета и энергичности. Док-квест впервые прошел в Биробиджане и собрал хвостатых да мохнатых участников с разных уголков Дальнего Востока на полосе препятствий близ областного центра. Природа, приятная компания, любители братьев меньших и самый настоящий квест. Мероприятие не для слабохарактерных. Но среди участников таковых и не было. Каждый приехал для того, чтобы отлично провести время и завести новых друзей. У нас участники с Амурской области, Уссурийск, Хабаровск. Ну и Биробиджан. Было две категории, это мелкие породы с мелкими породами владельцы и крупные и средние мы пока объединили в одну, так как первый раз посмотрим, как дальше опыт возьмем из этого мероприятия, что-то будем улучшать, как бы, да, смотреть. Было у нас порядка 28 участников. На этом забеге, как нельзя кстати, приходится фраза «Главное не победа, а участие». Атмосфера была более чем располагающая. Пусть вместе с питомцами пришлось пробежать 1,5 километра, да вброд через воду переправиться. Зато сколько эмоций. Особенно у подопечных, которые так хотели пообщаться друг с другом и поплескаться в реке, что буквально сносили хозяев с ног. Прибыли мы с Благовещенска, участвуем впервые. Нам очень понравилась классная трасса. Приедем еще, и вы приезжайте к нам участвовать. Ну, я додумала, что это будет как гонка героев, что у нее побольше нагрузки было. На самом деле, мы просто бежали для Барбары, конечно. Естественно, по холодной воде я несла ее на руках. Но Барбара, она бегунья, и она чемпион России. Поэтому вот сегодня это ее медаль, и я ее поздравляю. Питомец мой, это Бигль Тайра, Диалайн из Майлав. Значит, участие нам очень понравилось. Спасибо организаторам, все превосходно. Благодарны им очень. А вообще трасса понравилась, сложная трасса. Впервые участвуем в такой, как бы, мы с рабочим дипломом по кровяному следу и по охотничьей. Это чемпионками тоже. Ну, очень понравилось нам. Спасибо большое. Победители квеста выбирали члены жюри, а победителей в номинациях сами участники путем тайного голосования. Маленькие да удаленькие, танки грязи не боятся. И другие интересные номинации нашли своих победителей, которые получили вкусные и полезные для здоровья призы от спонсоров док-квеста. Никого не напугали ни погода, ни насекомые. Все получили заряд положительных эмоций, угостились во время постфинишной трапезы и выразили надежду на возникновение славной традиции и проведения таких энергичных мероприятий в Биробиджане. Ольга Тимченко, Денис Листюхин, Новости 21.